Привет, ребят, привет, привет. Я после душа только пришли. Только пришли с океана. Так, у меня тостики, полукопченая колбаска из русского магазина, российский сыр. Российский сыр вот такой. Корейская морковка. И салат с огурчиками, с помидорчиками, наверное. Не знаю, буду я его или нет. Не угодишь мужикам, не угодишь. Знаете, о чем хотела с вами поговорить? О том, скажите, вы кто-нибудь замечали, как меняются мужские приоритеты к еде во время семейной жизни? Живешь такой, живешь. Жил ребенок с мамой, все кушал, супы из кислой капусты, там какая-нибудь простая абсолютно пища, не всегда очень вкусная, потому что мать всю жизнь очень много работала, ей было не до изысков. Вот. Потом он женится на тебе. Так. Так, сейчас я сырочек возьму. Потом он женится, вы такие молодые, бедные, понятно, ну он там кушает все, что есть, то и кушает. One second. У нас было такое, что мы по неделям суп с кислой капустой без мяса готовили. Потому что вся зарплата уходила на цемент, на стройку дома. Я не очень люблю оливье. Немного пересолено. Вот. Какие-то воображухи начинаются. А ты это мы не едим, это мы не едим. Что-то с мамой, блядь, все ели. Да ничего. Кто? О ком? О чем? Я тебе говорю, уроды со своими паролями. А вы к мамой все ели. У кого что? Мне казалось, у меня Лёшка кушает все. А сейчас выпендриваться начал. Это мы едим, это мы не едим, это мы хочем, это мы не хочем. Как этот... Брат средний у Лёши. Как женился, оказывается, супы он не любит. Одно ест, второе вообще не ест, а третьего его тошнит. Надо же, блядь, как-то жили с мамой, все кушали. Девочки, балуем мы их, балуем. На капусточку надо, блядь, на неделю без мяса. Сидит сейчас, горячие мои бутерброды ест.
с запеченным сыром. Ничего. Нельзя их так баловать, ребята. Нельзя. Раньше оливье мы только по праздникам кушали. В начале семейной жизни. Денег ни на что не было. Все ел. Холодец, как правило, ну как бы скотина у нас была, конечно. Но все-таки очень много чего только по праздникам ели. А сейчас я ему приготовлю, он еще не всегда кушает. Фыркает. Купила колбаски в фермерском магазине. Вкусные, с сыром. Смотришь и думаешь, ты откуда это взял? У тебя всю жизнь было так все просто. Откуда ты это набираешь? Я не понимаю, кто их так меняет? О, сейчас пойду покемарю. После океана это просто. Вроде не сгорело, мазалось, мазалось. Сегодня вечером в Голливуд пойдем на набережную гулять. У нас еще один друг приехал, так что гуляем. Гуляем. А Витя? Блин, Светик, Саша уже работают. Даже не верится, что мы отдыхаем, а они там уже вкалывают. Да? Чё? Ну, ты какая сила тут? У тебя? Угу. Чё, уже не вмещается. Сырочек ещё надо? Досточка, желтит, апельсин резали. Апельсинов набрали, хер вот тучу. Нас съедать. Даша, девочки, что-то с нашими мужиками надо делать. Это такие, блядь, капризули. Как будто замки шейха выросли. Что-то надо с этим делать. Я не знаю, может кто-то из моих подписчиц приучил этих засранцев ценить то, что имеют. Напишите нам как.
Обьешь. Ладно. Пойду банькать. Через часа три пойдем гулять уже вечером. После океана надо поспать. Надо отдохнуть. Пока-пока, дорогие мои. Пока-пока.